или поменять. Я на новом никогда не играл. Я тоже не играл, поэтому не буду. Открываешь книгу, как работает пропаганда. Там написано как всего работает? Одно слово. Здравствуйте. Здравствуйте. А в конце до свидания. Все. Больше ничего. Куда бы прогуляться? Нахуй. Нахуй. Да, хороший план. Я бы даже сказал, замечательно. Нет богов, нет хохлов. Только я. А, Сина. Кусок говна. Кусок говна, да. В кабинете у тебя, в комнате, где-то есть таблетки, называются галоперидол. Надо их принять. Галоперидол. Сука, я потерял лапку из-за тебя. Мутант хреном. Потерял. У меня нет галоперидола, у меня с собой только объёбанный пустырник, блядь. Это, конечно, не транквилизатор, но... Пустырник? Ой, это же отличная хрень. Ты его по вене херач, тогда будет норм. Можно ещё подорожник, сука, варить и нюхать, блядь. Да зачем его нюхать? Его надо растолочь, превратить в народную массу и по вене пускать. А еще мы наркоманы. Нет. Отстань от меня. А? Что нет. У тебя, стояк на меня? Я тебя так травлю сильно? У него стояк на твои 6 шестеренок. Ага. У меня когда 0, когда у всех было 0, у него тоже был стояк на мои 6 шестеренок. Вырезаем алба. Албанца? Да. Вырезаем албанца? Да. И пробовал вырезать албанцев. Так, хорошо. А если мы поступим очень плохо? Поступай. И не пойдем. И не ходи. О, ебать, у кого-то 11. Куда? 11 куда? Нет такой суммы. Или это что-то на петушином? 11 кудах? Суда. Я и так в суде, блядь. Странно. Я знаю. Ну, смотри. Пырка губернатор. О, теперь ты не губернатор. Что-то ты недолго был губернатором. Губернатором. Падла, тварь. Я тебя ненавижу. Просто Киркич, такое просто случается иногда. О, и вот ты не губернатор. Больше. Лично мне полтинник. Ух, хера себе ты старый. Бендор. Да я не понимаю, что эти гремлины, блин, говорят. Они не говорят. Это просто набор звуков. Не, эти звуки реально похожи, как будто они что-то пытаются сказать, типа... 5-3-3-3-3-3, ясно. Да тру-тру, успокойся. Гробы подорожают. Хех. Кто подорожает? Горох? Гробы. Горох. Я смогу! Не сможешь. Да. Ты же меня напугал. Сосал? Ай, подлюка. Подлюком. Бульонные кубики магии невкусные, ну, наверное. Не пробовал никогда. Я пробовал. Они по вкусу как очень много соли. Как очень немного соли, отлично, мне нравится ваше описание. Ну что, все? Сопротивление закончилось, я надеюсь. Па-па-ра-пам! О, какой музон пошел-то, громкий. Вот и все. Как-то так.